летящему с неба, глубокому белому снегу, в котором лежит моя грусть, к тебе, задыхаясь от бега, на горе свое тороплюсь. Под утро земля засыпает, и снегом себя засыпает, чтоб стало кому-то тепло. Лишь я, от тоски убегая, молю, чтоб меня занесло. И каналы тянут руки серые ко мне. И в ладонях их уже не тает белый снег. И в ладонях их уже не тает белый снег. Сыграйте мне нежные скрипки. Светает, написан по скриптум и залит обрез сургучом. Пора, грянет выстрел, и вскрикнув, я в снег упаду на плечо. Хочешь эту песню не слушай, дверью хлопну, легче не станет. Только не беречь мою душу, только не тревожь мои раны. Падают звезды, снова загадать не успею. Жить мне вроде бы не поздно, только просто так не сумею. И каналы тянут руки серые ко мне. И в ладонях их уже не тает белый снег. И в ладонях их уже не тает белый снег. Спасибо. Когда даже браво не надо кричать. Аглая Шиловская. Ну что ж, давайте обсудим. Хотя что обсуждать? Александр Васильевич. Действительно, обсуждать нечего. Сложная песня. Трудно ее спеть. Вот я даже не знаю, не помню, кто бы ее, кроме автора, спел, чтобы эта песня, вот она прострелила сердце насквозь. И вот эту нить, вот этот рассказ надо начать и довести до конца. Это трагедия. Вы заплакали именно в том моменте, когда эти слезы и задуманы автором. Это очень личная песня. Поэтому, безусловно, это туз, но не в оценке дела. Вот я первый раз слышу, когда песня прочувствована настолько, что она прошибает насквозь сердце самого исполнителя. И я очень рад, что в этом проекте вы настолько разные. Желаю вам огромного успеха. Спасибо, спасибо. Сергей Трофимов. Я вам хочу сказать спасибо, потому что вы такой человек, как вот якорек, если по правде говорить, живем в мире странном, где видимость отношений, видимость движухи какой-то, видимость вообще всего, сплошные симулякры какие-то, и
все это настолько нечестно, что уже думаешь, да пошло оно все. А потом встречаются такие, как вы, думаешь, да не, стоит еще повоевать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Туз, конечно, туз. Ирина Круг. Вы знаете, вот сейчас я уйду с этого проекта, но вы останетесь в моей голове. Ваш голос будет, ваши чувства, ваши эмоции будут у меня вот здесь. Я видела, как люди плакали. И можно я сегодня... Я не хотела этого делать, честно признаюсь. Можно я воспользуюсь сегодня своим этим... Джокером. И я дам его вам. Спасибо большое. Мастер, вам слово. Аглаечка, вы особняком стоите, действительно... Мы много тут хороших людей видели. Талантливые все. Все артисты. Хорошие. Певческие очень. Но вот вы какой-то отдельный человечек. Что касается этой песни, вы действительно спели ее по-особому. Ее так никто не пел, я не слышал. И спасибо вам за... слезы, потому что писана она. Канал Грибоедова, Мойка, зима, все плохо, но светло. И вы все это донесли. Спасибо вам большое, туз. Аглашка моя любимая, Аглая Шиловская.